Добрый день, дорогие друзья, с вами Дукит, канал World of Games. Сегодня мы с вами обсудим такую тему, как установка мода Fallout 4. С какими проблемами можем столкнуться? Ну, дело в том, что смотря во что вы играете, то есть либо это пиратская версия, либо это лицензия. Ну, не знаю, мне кажется, многие предпочитают пиратскую версию, потому что как бы любые моды можно установить без проблем, они работают. Что касается лицензии, тут чуть сложнее. Много смотрел я обзоров и в Стиме, то, что пишут, то, что, блин, некоторые моды просто на стандартных изданиях не работают, потому что у вас нет дополнения. Дополнение, как вы прекрасно знаете, их надо покупать, то есть они отдельно стоят. Там уже другой разговор. И то есть некоторые моды получаются на лицензии, кто предпочитает, играть чисто в Стиме, покупать игры, то здесь будет сложнее, блин. Ну, не все моды будут запускаться, и не все моды вы сможете установить. Вот, ну давайте сейчас разберем. Я буду краток, и не буду я большое видео снимать, просто кратко расскажу, как это все делается. Ну, у нас три варианта, как мы сможем закинуть мод. Это либо вручную, то есть через папку в корневую. Вот, обычно это скачивается с какого-то стороннего приложения сайта на рабочий стол и потом перекидывается в корневую папку. Сейчас мы перейдем. Так, это вот у меня, допустим, она в Steam. Так, Steam Apps, Common, так вот, Fallout 4 вот сюда, вот. Ну, проще всего, конечно, есть еще два варианта, это вообще простые. Мы устанавливаем программу Nexus Mod Manager, скачиваем, и либо через саму игру модификации Fallout. Но это все. Я сейчас в основном заостряю внимание про лицензию, ребят, потому что я сам столкнулся с проблемой, что я некоторые моды устанавливал, они просто не работают, потому что у меня нет расширенной версии стандартно. Ну вот, проще всего это проверить, наверное, все-таки на Nexus Mod менеджере. Скачиваем вот здесь, вот скачивать. Скачали, после чего. У меня просто она есть, ребята, я не хочу заново удалять, все перестанавливать. После чего у вас открывается окошечко. Извиняюсь, ребят, сначала зарегистрируйтесь. Обязательно надо зарегистрироваться. После того, как зарегистрируйтесь, скачиваем. Download. И после чего у вас открывается, ну, проходим далее, открывается окошечко, запускается, и у вас начинает сканировать, то есть путь к игре, какой у вас, я не знаю, Skyrim, либо это Fallout 4, то есть находит. Не забудьте обязательно поставить галочку под этой игрой и нажать ОК. У вас, знаешь, как только поставите галочку, потому что я тоже сначала столкнулся с такой трудностью, не мог понять, как запустить. Нажимаете под игрой галочку, высвечивается окошко ОК, нажимаете ОК. Ребята, и вы автоматически переходите вот в такой вот менеджер. Вы переходите в такой менеджер. Вот он, ребята. Вот тут внизу два раза кликаете и логинитесь. То есть активируете, заходите. Вот он. После чего мы здесь переходим в Nexus, на сайт Nexus, где он у нас вот. Тут, в принципе, все просто. Переходим, выбираем файл берем. Ну, тут выбираем, что у вас Skyrim. Тут много еще, кроме Skyrim, еще есть. У меня Fallout 4. Я сейчас Fallout 4 выбираю. Где у меня Fallout 4? Че, я пролистал его, что ли? А, вот. А это Far Cry, что я Far Cry врубил. Fallout 4. И просто заходите, выбираете, какой вам нравится. И я вот хочу вас заострить внимание на этом моменте, ребят. Перед тем, как вы... как вы собираетесь скачать его, то обязательно прочитайте вот здесь внизу. Ну, можно перевести, тут просто есть еще даже у меня английский, я не перевел. Обязательно прочитайте, ну, как он активируется, что для этого нужно. Почему я вам говорю, опять же, если у вас лицензия, лицензия, да, стандартное издание, я хочу заострить внимание, что он может у вас не работать или не подходить. Вы описание прочитали, скачали его. Вот, мы скачиваем, обязательно прочитайте описание. Вот, а мы что-то нифига нету. Я не туда вообще зашел, в Skyrim зашел, извиняюсь. Нет, какая-то фигня. Ладно, давайте любой. Обязательно прочитали описание перед тем, как скачать. Потому что нам придется его пройти. Почему-то он, собака, не хочет мне.
Короче, ребят, вот здесь он загрузился. Сейчас я еще раз попробую. А, мы же, блин, чё я же еще не это. Вот, черт. Я прогнал, не зашел. Вот, ребят, вот здесь пишется описание, так этот ресурс. Ну, короче, описание. Как бы к его руководству его прочитали. Нажимаем скачать. И он автоматически вас перебрасывает в этот менеджер. Вот, загрузка пошла. Нет, еще игру не пошла. Еще грузит, что ли? Что-то долго. А, все, пошла, да. Извиняюсь, у меня с этим включается. Вот, загрузка пошла. Блин, долго, 200. Ну, короче, ребят, после как он загрузился, вот тут у нас, ну, кто не знает, окошечко, видите, один есть. Проверяете, куда он установился. И нажимаете вот. Сейчас. Это вот этот включить мод. Вот он у вас остановился. Нажимаете на него, нажимаете галочку или два раза на него тыкаете, и все, вот он у вас активен. Ну и не забываем еще пройти, ребят, провериться по лаги, по лагин, посмотреть, есть стоят ли галочки. Потому что, может быть, галочки нет, то тоже может не работать. И вот, ребят, прочитали описание. Если вы, как бы сказать, не уверены, что он у вас сможет этот мод активировать, на так как. Блин, может быть, какой-то он за какого-то дополнения или еще что-то. Просто я вам советую зайти сразу, как вы запустили, зайти в Fallout и проверить. Зайти в Fallout и проверить, работает он или мод. Ну, то есть вы прочитали описание, что нужно сделать там. Запустить и посмотреть. Если нет, то, ну, уж ничего не поделаешь. Так. Сейчас мы, ребята, я сейчас вам покажу. И теперь покажу, как еще можем установить мод. Еще мы можем установить, ребят, через саму игру. Но здесь проще. Тут также все устанавливается сразу в папку с игрой, как и в Nexus и Manager. Ну, здесь нам хотя бы понятно, если у вас мод. Сейчас. Вот. Кстати, здесь тоже надо будет вам, ребят, зарегистрироваться, зайти. Ну, тут, в принципе, напишут, куда зарегистрироваться. Либо прям можете здесь будете зарегистрироваться. Ребят, некоторые моды вам вы просто не сможете загрузить. Если вам моды, вот, допустим, активировать, у меня хоба, фиг я его активирую. Эта модификация не может установлена, и нужен соответствующий данный на момент файл. То есть, короче, у меня нет какого-то дополнения, я не могу просто без него загрузить этот мод. И многие такие моды. Если у вас, ребят, загрузка прошла, все нормально, и то есть у вас пишут, что все активировано, там потом увидите, что активировано, там загрузка закончилась, то значит, ребят, перезагружать, то есть перезаходить игру, и у вас должен мод будет это загрузиться. Ну а если не загружается, то значит, ребят, не судьба. Это, ребят, третий способ, как сделать. Еще напоследок я хочу вам сказать, в принципе, я больше, наверное, это видео снял для того, что вот, я не знал, когда начинал играть Fallout, ну, сам на приостановке модов, я не знал то, что некоторые моды, даже как взять у нас Nexus, взять Nexus Manager. Вот. А некоторые моды у меня устанавливались, была галочка, то есть все, они у меня работают. И вот, видите, но установлены. Но по факту, то есть, но не смог, я не мог активироваться. То есть они установились, но пользоваться я им не могу, потому что у меня нет дополнения. Поэтому, ребят, я хочу еще раз вам напомнить, что обязательно перед тем, как установить, проверьте описание, зайдите, установите, зайдите, посмотрите, сможете вы этот, то есть подходит вам этот мод или нет. Вот. Чем проще в игре Fallout, так вы видите, то, что если у меня мод не грузится в самой игре, то он сразу покажет, что файлы, ну, вы не сможете файлы загрузить. Здесь он может загрузиться, но, допустим, я не смогу активировать, как у меня броня, Черная вдова, что ли, называется. Он, я нашел, то есть активировал мод, но у меня брони не видно. То есть я одеваю броню, она у меня прозрачная. Как бы вот так вот. Ну, про еще раз хочу сказать про то, что пиратскую версию я молчу. Как бы там многие пишут, что проблем нету с этим. Заходите, скачивайте, играйте в свое удовольствие. Ну, насчет с лицензией, вот, ребят, такая вот проблема.
то, что приходится нам выкладывать денежку, чтобы, ну, тот же установить мод какой-то, который-то какой-то вам, ну, интересный там или топовый, да. Ну или чтобы вообще, короче, чтобы нам прям поиграть от души, надо купить дополнение, чтобы не было таких проблем. Ну, если кто-то готов, конечно, покупать полностью, то есть кто придерживается того, что играть только лицензию, и кому игра прям запала в душу, то только приобретать, чтобы любой мод, как бы, которого вы захотели, без проблем загрузился, приобретать только полную вот версию, то есть дополнение на Steam, или я не знаю, где там, по-моему, только на Steam вроде, или где-то еще, точно не знаю, но я просто со Steam сам играю. Ну, ребят, кому это помогло, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, с вами был Дукит, канал World of Games, до новых встреч!